Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить простой, но очень вкусный лимонный кекс. Для этого нам понадобится сливочное масло, сахар, соль, растительное масло, яйца, цедра лимона и сок лимона, кефир, мука, сода, ванилин и сушеные абрикосы. Все продукты должны быть комнатной температуры. И сначала мы будем взбивать сливочное масло. К нему добавим щепоточку соли и сахар. И будем взбивать все до однородной массы на небольшой скорости. Теперь добавляем растительное масло, немножко взбиваем, и потом будем добавлять по одному яйца и тоже будем взбивать. Теперь натираем цедру одного лимона, натираем только желтую корочку до белой. Белую нельзя натирать, иначе будет горчить. И выжимаем сок из половинки лимона. Теперь цедру добавим в тесто. Перемешаем. И добавляем лимонный сок. Если вы любите покислее, можно сделать побольше, но я добавлю, наверное, 3-4 ложечки. Даже будет 5, будет покислее. Здесь все на ваше усмотрение. На рецепт это не влияет, сколько вы добавите лимонного сока, только на ваш вкус. И теперь добавим кефир и будем потихонечку взбивать. Теперь к тесту добавим по пол чайной ложечки соды и пол чайной ложечки ванилина. Теперь добавляем муку. Добавлять муку будем частями и хорошо перемешивать. Тесто готово, оно получается довольно-таки густым. Его не нужно специально все хорошо взбивать, просто все продукты перемешиваются на средней скорости. Теперь мы добавим сюда цукаты. Я буду добавлять сушеные абрикосы. Сушеные абрикосы я заранее помыла и залила теплой водой буквально на 5 минут. Теперь мы их порежем и добавим в тесто. Вы можете в тесто использовать разные сухофрукты, которые вы любите. Также вкусно добавлять сушеные ягоды, можно и свежие. Тесто готово. Теперь переливаем его в силиконовую форму. Можно использовать вообще любую форму для выпечки, какие у вас есть. Тогда не забывайте стелить пергаментную бумагу. Я поставлю тесто запекать на 30-40 минут, потому что у меня форма большая. Если вы будете использовать маленькие формочки силиконовые для капкейков, тогда достаточно будет и 20 минут. Запекать мы будем при 180 градусах. Прошло 30 минут, я проверила кекс зубочисткой. Он немножко еще влажный, поэтому оставлю в духовке еще минут на 10. У меня кекс стоял в духовке 40 минут. Теперь он готов, и пока он остывает, мы приготовим глазурь. Для глазури я нагреваю молоко и добавляю сливочное масло. Когда молоко начинает закипать, мы снимаем его с плиты и добавляем шоколад. Я использовала горький шоколад 56%. Даем шоколаду немножко прогреться, буквально 1-2 минуты, и размешиваем его до однородной массы. Готовой глазурью поливаем кекс. Лимонный кекс с шоколадной глазурью готов. Тесто получилось воздушным, мягким и очень вкусным. Рекомендую вам приготовить такой кекс для своих близких. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки и комментарии. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новых рецептов. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!